Ну, начнем выпуск с пропажи. Пропал Малюгин Алексей Григорьевич, 1943 года рождения. Утром 17 октября мужчина вышел из дома в районе улицы Рабочая, поселка Стеклозавод, в сторону поликлиники номер 1, но так до нее и не добрался. Пожилой мужчина был одет в камуфляжную куртку, черные штаны, черную вязаную шапку и черные ботинки. Если вы видели этого человека или знаете о том, где он сейчас может находиться, просим вас позвонить по номеру телефона, который вы видите на экране.